вспоминаю, зовут своего яркого, замечательного парня. Всем добрый вечер. Рада, что сегодня здесь. И, собственно, ремарка без предисловий. Без предисловий, думаю, просто. Врозь. Разве это возможно, когда речь идет о нас? Мы верили, жили на одной территории. И глаза за нас обо всем говорили, что таили так тщательно, когда добровольно спятили. Разве после такого становятся никем? Как до? Ни одно расстояние не способно обнулить реакцию на уровне нейромедиатора. Мы так и будем танцевать в воспоминаниях наших об общежитии. Вытяни руки, в них моя талия, и глаза навстречу магнитят. С безмерным кайфом от вместе, не рядом, не около, а вплотную, впритык, без фотоснимков, без обещаний, чтоб ненароком друг друга не ранить ничем. Читали необыкновенный роман, зная, что никто другой, только мы. Спасибо. Марина Федосеева, запоминаем это имя, еще услышим сольно.